Всем привет, с вами Любомир, и в этом выпуске Макс Шанцев будет играть в игру, которую я сделал достаточно давно, в игровом редакторе Game Maker. Она называется «Звездный пилот». Здорово, Максим! Всем привет! Что ж, ребята, захватываем геймплей через Skype, но это нам не помешает поугарать с того, что сейчас будет происходить. Давай, Макс, заходи в игру. Так. Так, вот так выглядит первый уровень игры. Если вы видели мое предыдущее видео, я уже делал обзор на эту игру, я ее показывал, рассказывал, как ее делал, проходил ее, показывал там сам геймплей и все такое. Но в этом выпуске мы будем вот угорать, смотреть, как Макс Шанцев, в общем, учится ее проходить, эту игру. Я думаю, что не только Макс ее будет проходить, потому что мне реально понравилось смотреть, как люди проходят игру. Вы, если смотрели мое видео, там, где я ее проходил, для меня, мне кажется, она такая простая, она такая легкая, вот надо... С этой синей площадки надо прилететь на вот эту красненькую площадку, там где стрелочка. То есть игра мультиязычная, не надо тут ничего, никаких надписей. Кстати, Макс, F1 нажми, покажи помощь, там есть помощь, вот смотрите, звездный пилот, тут клавиши и все такое. То есть игрушку, если вам реально понравится, вы захотите ее тоже попроходить, то просто-напросто ссылочку найдите в описании, скачайте, попробуйте поиграть. Вот, я ее сделал в Game Maker, или как оно правильно вот прочитать? Game Maker, наверное, да? Game Maker программа называется. Вот, Макс Шанцев уже тоже пытается сейчас осваивать эту программу, и мы ждем от него, может, что-нибудь он сделает, если у него, конечно, будет время на это. Так, ну вот. Практически, тут надо побольше людей, чтобы смотрели то, что ж тут происходит. Мы, конечно, пытались записать это все после 12-часового стрима, но потом решили все-таки перенести на утро. О! Каким образом? Да это чудо просто произошло. Как ты перешел второй уровень? Там что-то все зависло, и так чик, второй уровень. Так, сейчас, смотрите, вот эти вот синенькие... Да-да-да... Я ненавижу садиться в этой игре. Вот эти вот синенькие площадочки, это заправки, да? Вот смотрите, да. У него кончается топливо, ему... О, сел! Тихонько, спокойно! Давай! Тихонечко! Есть! Максим, ты сел! Красота, неужели? Но там сейчас вообще... Он научился! Ребята, он, наверное, ночь тренировался. Так, ну теперь ему надо вон туда. Давай, тихонечко. Тормози. Да, и опять все нужно начинать сначала. Я так хочу, чтобы Макс Шанцев хотя бы до третьего уровня хоть раз прошел. Да мне самому это хочется. Ой, подожди, так, тихо, это реально угарно. Так, ребята, захватываем геймплей через Skype, поэтому... FPS где-то там 20, ну неважно. Главное, что мы смотрим, оно достаточно хорошо видно. Как вот. Ах, красота. Макс, все, подготовься. Ты посиди, подготовься так морально, чтобы пускай топливо до полностью. И так вот реально тихонечко прям пари туда. Мы хотим все это посмотреть, третий уровень. Игра реально простая, ребята. Если хотите записывать эту игру вместе со мной, я думаю, что... тихонько. Давай. И есть! Третий уровень, ребята, третий уровень, Макс. Вчера не мог даже первый пройти, а сегодня третий уровень, и это действительно круто. Три плиты? Серьезно? Да. Не, почему три? Две, только тут заправка вот здесь. Это уровень слышу. Вообще очень простой, я тебе рекомендую сначала на заправочку залететь. Да не. Да, потому что ты просто, у тебя не хватит топлива потом. Я тебе рекомендовал. Потом не говори, что я не говорил. Ну и как ты теперь сядешь? О, аккуратненько. Да как она задела там? Да потому что ножкой задела, там же ножка есть. Мне не нравится то, что она где-то как-то начинает задевать. Ну ничего, Макс, ну я делал игру в детстве, что ты хочешь? Чтобы я тут вообще продумывал все? Да, игра очень-очень оказалась сложной. Не для меня, конечно. Но если честно, я, когда мы начинали записывать это видео, я даже не надеялся, что Макс дойдет до третьего уровня. Мы думали... Вот до четвертого, походу, уже не было. Мы думали поугарать просто-напросто с второго уровня, а потом вам сохранение загрузить, показать, какие там уровни дальше есть. Ну хотя бы давайте посмотрим, сколько минут уже. 4 минуты мы уже снимаем, но это реально... О, куда? Ты чё?
Оно в общем, сможет. Ребята, я думаю, что вы поняли. Еще раз расскажу историю этой игры, что игра была сделана по игре, которая была такая векторная, маленькая-маленькая игрушка, черно-белая полностью. И там такой кораблик космический летал, две ножки, такой треугольничек. И там были две ножки такие, и он, в общем, вращался, и тоже надо было медленно взлететь, перелететь на какую-то станцию, медленно сесть там. Вот, она, поскольку была без графики практически, я вот сделал игру с графикой, не знаю, сколько я возился, неделю-две. Конечно, в гейммаркере я разбирался очень-очень долго, там пару недель, может неделю, может две. Но потом я научился более-менее и, конечно, вот сделал такую игру, хотя я там коды использовал мало, очень мало использовал кодов для того, чтобы писать. Ну, все делал там в основном через кнопки. Ну, коды, конечно, тоже использовал для звуков и так далее, потому что в игре есть и звуки, в игре есть и... Что тут еще есть? Ну, вот эти все спрайты, которые вы видите, картиночки, все тоже сам рисовал. Там-то есть такой типа Paint, редактор. Во-во-во, тормози! Ах, елки-палки, еще чуть-чуть оставалось. Если бы ты газ в пол, ты бы нормально бы сел. Ну, топлива не хватило. Хотя я потом покажу, что я могу залетать и туда, и оттуда сюда сесть на заправку. О, хорошо. Хорошо. Вот теперь чуть-чуть буквально левую вверх и вправо одновременно. Вот, и все, пускай парит. Все, газу. Все, сел. Есть, Макс, ну теперь мы увидим четвертый уровень. Если сейчас умру, то это будет чудо. Давай, тихонечко, буквально у тебя вот. Тихонечко, давай, тихонечко, Макс. Я реально за тебя болею, волнуюсь. Давай, есть топливо, спокойно. Спокойненько. Отлично, ребят. Ну, вот этот уровень, посмотрите. Плохо видно лицо Макса, но, конечно, видно, что он схватился за голову прямо. Как там пролететь? А я вот пролетал так вот прям налегке. Давай, ты пролетишь. Что это было? И Макс просто спец. Это не штанчик, ребята, он сейчас пройдет этот уровень. Просто налегке. У меня так с посадками тут очень плохо. А это что такое? Ай, да. Засел, давай, на трубу прям туда. Наденься. Хорошо. Пошел, работай, страус. Тихонько. Да. Люди полетят. Прям как камни летают. А, давай. Классно, ребята, кстати, очень классно самому ничего не делать, а сидеть просто смотреть, как кто-то проходит. Как другие мучаются, да? Да-да-да. О, давай. При том, что я игру эту сделал сам, поэтому мне очень интересно смотреть, как люди ее проходят. Правда, сделал очень давно. Возможно, когда-нибудь я займусь и переделаю ее под полноэкранный режим. Просто переделаю комнаты, румы переделаем. Ну, то есть, побольше уровней сделаю и так далее. Ну и даже и так можно в нее поиграть, поугарать. Вот попробуйте ее попроходить. Смотрите, Макс уже. Опа. Пошло дело налево. Сейчас. Над огоньком легонечко пропари. Да, огонек я помню. Да там сильно высоко уровне. Держаться не надо. Единственное, Макс, что у тебя мало топлива осталось, поэтому тебе... Так я, может, на заправку туда? Вот я не знаю. По идее, я бы долетел до туда, но у тебя мало топлива осталось. И так, неважно, куда лететь, у тебя мало топлива. Как же жаль. Я забыл про огонь. Все, Макс, мы, наверное, не увидим последнего уровня. Нет, давай. Последний уровень можно? Нет, в смысле, мы не увидим следующего уровня. Следующий уровень я уже покажу, когда... Хотя в видео есть, я вроде в следующий уровень переходил, да. Давай, покажи, нажми сохранение, покажи тот уровень, который... Вот, ребятки, видите, какой... Я не помню, какой это по счету уровень, там, 10 или 8. В общем, здесь надо начинать. Нажми Enter, покажи, как сначала начинается уровень. Вот здесь, да? Ну, в общем, вот, теперь надо спуститься сюда вниз, потом туда вниз спуститься, вот так. Не, лучше Enter нажми, лучше оттуда начни. Я не хочу отсюда. Вот, да, так там еще здесь легче, тут просто легонечко вниз. Отстань. Так ты скорость снижай, газку поддавай. Да, вот если ты прямо не пролетаешь здесь, вот не выбрал, то все. В общем, игра в итоге получилась достаточно сложной. Я думал, что она легкая. Поиграйте, ребят.
Да, попробуйте в ее поиграть, попроходить. Я думаю, еще кого-нибудь возьму такого заядлого геймера, который скажет, ну все, я сейчас ее прохожу. Вот с Кириллом Калмыковым, я думаю, еще надо снять. Подожди, да? А получается, снизу сюда, на эту платформу, потом наверх? Потом на следующую платформу. Но я делал как? Снизу сюда, потом летел на заправку, потом на следующую, потом на заправку, потом на следующую. Вот так вот. То есть здесь без сохранений пройти очень сложно. Кстати, Макс, есть сохранение? Давайте, ну, короче, с сохранениями игру пройти легко. Я, если сейчас скажу, как это делать, в принципе, подсказка-то написана. Там написано. В принципе, да. Поэтому что толку, что я скажу? В общем, если с сохранениями легко, F5 нажимаете, что-то прошли, F6. Но я ее проходил без сохранений, эту игру. Конечно, это очень сложно, но каждый уровень не надо сохранять наново, поэтому... Как бы каждый уровень вы не откатывайтесь назад. Тут бесконечно можно уровень проходить. Да-да, конечно, конечно. Прошел ты. Ты лучше все туда, куда стрелка показывает, да, не, куда я лететь. Хочу конечно сюда. В общем, ребята, если вам понравилось, если вы не видели до сих пор, что у меня. Ой, у меня там слишком шумно на улице. Там едет огромная машина. Ребята, если вам понравилась игрушка, если вы реально загорелись и захотели. Проверить. Дай-ка я выключу звук. Улицы. Если вы, ну вот, реально вам захотелось попроходить, попробовать свои силы. О, Макс, давай. Давай, вот так, тихонечко, хаску. Вот, все, ты сел, теперь ровненько вверх лети так. Давай. Все, стоп, все, теперь давай газуй. Давай, газуй. Поддавай. Ну, в общем, если с сохранением, ты просто туда долетел, сел, нажал F5 сохранить. Вот так с сохранением можно пройти без вопросов. Вообще, а я понял тогда. Да. Что ж, ребята, это была игра «Звездный пилот», которую я сделал достаточно давно. И вот сегодня в этом выпуске мы угорали с Максом Шанцевым. Вот он пытался ее проходить, геймплей записывали так вот через Skype просто-напросто. Но тем не менее, все нормально видно, потому что игра ресурса много не жрет. Поэтому видно вот реально, как я в нее играю, так вот как Макс и летает. Там буквально задержки даже никакой нету. Поэтому я думаю, что еще с Кириллом Калмыковым мы обязательно снимем эту игру. То есть кто-нибудь, если изъявит желание... Поэтому заходите под видос, скачивайте, ставьте лайки, делайте репосты, а также подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписались. С вами был Макс Шанцев, с вами был Любомир. Всем всего доброго, увидимся на моем канале. Всем пока. Пока.